Услышал меня, сука. Сейчас пойдет на меня, да? В смысле он меня увидел? Нормально. Он на меня стал. IP-адрес на сервер будет в описаниях под видео. Тиммейт по скаму нашел этот сервер. X5 лут. Всего задействовано 6 квадратов. Что очень интересно. Очень легко найти оружие. Куча аэродропов. Прикольный сервер без зомби. Если интересно, заходи. Может быть, встретимся. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Розе, и это Саша Писюн Вонючка. Вот это 6 квадратов получается. Тут аэродов. А что значит красные зоны? Ты где? Ты где? Ты где? Я... D4 низ. D4 низ, я D3. Вот аэродроп, короче, крайний самый. А, открой, открой, открой! Фу. Живой. А то уже будет не живой, чешу. Ну, когда парашют не раскрывается, что происходит? Уже волки выйдут, то что ж такое? Ну, стаю зовут, наверное. Чего? Ну, зовут тебя. Ты же в прошлом волчок. Ну, ты же не понимаешь. Игра же запоминает ники, привычки там. Когда ты на четвереньках писал на дерево, метил территорию, что забыл? Ах ты тварь. Во, камень нашел. Вот как хороший вроде. Угу. Почти бункер сразу какой-то. Ты примешь взрывного. У тебя тут аэродропов, слушай. Надо отвертки искать. Так, а что означают красные зоны? Типа там максимальное пиздевание или че, блядь. 7 аэродропов, ебать. 7. Не, это. А слушай, ты сразу с пушками, как бы там же РПК часто падает с аэродропа. Палку кинул друг тебе, а ты сказал тогда, что ты был бухой, а друг не понял он, когда палку кидал тебе. За волком, за волком гонюсь. Наркоман? Ты грибы нашел, что ли? Тут чисто найти отвертку на 40. И бегать по айрам. Слушай, а пошли вот этот D3, короче, верхний городочек, там отверток много. Там гаражиков много, и там красных отверток, я помню, очень много спавнится. Рандомные закупки с рандомным лутом. По карте по 5 штук. А, это разрешено, типа. Визун нет. Вот так. Понял, да? Да. О, открытый навесной шкаф в бункерах. Блять, дрон пролетел, вы серьезно? Ебать, зомби нема, как же Саша будет жить? Как же он сделает свой любимый рюкзак? Это все хуйня, походим, все. Так, я вхожу в рыжую зону. И шо? Я в рыжей зоне. Ну, право должно было написать, ты типа и шо в якусь там зону. Нихуя написала. Ну давай опять выйдем. А, вот, you have left the zone, все, блин. Понятно. Пользовательская область какая-то 18. Что за... Там типа банда якась орудия. Слушай, тут мопед стоит. Ну, кисло. О, мопед. Сука, не заправленный. Вот этот, понял, спортбайк, какой тебе нравится. Блять. О, епочка. Сука, че затолкать, на вкус затолкать. Мопед. Блять, затолкать, я лучше дальше пойду. Я выживаю как настоящий мужчина. Я все найду своими руками. Угу, давай. Ух ты, они сделали ящичек навесной кривой, ух ты, вот прикольно. А это они давно сделали, что это?
А, это недавно сделали, типа, какая-то группа скамовская, чешу фото в рыжих комбезах. Разрабы. Ну, короче, все есть, гвоздь, металл, все, что как ты любишь. Слушай, я все посмотрел, вроде не нашел. Закроишься, чини. Так, и мне никто не отвечает. Невозможно. Естественно. А ты надо на ноль, блин, скрутить вообще. Саша, писю. Угу, да, да. Сука, слышь. Саша. Что ты хочешь? А сейчас слышишь? Да. Нюхай тюн. Твий. Лежать бояться, сука. Канистрочка прикольная, слушай. Угу. А это дополнительная, да? Это большая осталась. Ну да. Кстати, по десятка. А где ты набрал где-то по пути, что ли? Не, не было. Заправить. Слушай, в этом мотике даже есть куда что положить. Ну да. Куда ты ушел, шар? Да я увел его подальше. А, писи-миси, что это за детский сад, Александр? Не знаю, собираем вот эти шляпы. Да, наверное? Анимал ящики, ремки. Ой, эту ремку для швейку дай. Вышли мы на дело. В глазах потемнело. Так, ар. Никого не вижу. Ты готов? Угу. Дрон летает, забагался. Да? Да, в воздухе дрон забагался. Значит, что-то в этом. Может быть такое? Да. Или он просто пьяный, сука. Вполне может. Чё, проверяем? Ну а чё? Я ползу. Давай. Будто кто-то взламывает, слушай. Взламывает кто-то. Открывай, я пашу сразу. Я потихонечку. Давай пробежу мимо, открою двери. Побежу, типа, назад, отвлечу их внимание, а ты проймешь. Давай, открывай, иди сюда, иди сюда. Может, тут никого нет? Встань. Давай. Есть кто-то? Не знаю. Никого нема, блин. Достаточно не сильно ломается. Быстро. Так. Перчатки, маска, что за... О,
Ну что? Девятый с патронами. Пойдем. Так. Пфф, дрель. Хрен, блядь, слушай, слушай, ты понимаешь? Ты понимаешь, что мне намекает игра? Хрен. Хрен. Белый, сука, такой хрен. Колчан. Сука. Андон, блядь. Заряжай. Заряжай. Я тебя должен был ударить. В смысле тебя не ударить за то, что ты нашел колчан. Ты куда идешь, за мной что ли? Слушай, это памятник трех. И они типа голые, одна в майке, понял. Скажи, у статуи чего нет, еще раз? Глаза. Не пи... Есть. Давай показываю еще оружие. Это гайд по городу от Александра Невского. Вот так вот. Вот так вот. Да он броник противоударный возьми. Что мне надо? Огнестрела не защищает. Чёрт. Он чисто от зомби. Почитай. Он противоударный. Что? О, в смысле, а чё ты нож АКшный не взял? Бо места не было до этого момента. А что ты нашел? Догадайся. Туристический, армейский. Ну глянь. Пошел нахер. О, Блейзбита, слушай. Лови гранату, сука. Питер. Я чисто синий. Слушай, такой придурок. Парень, бро. Шо, блядь? На конь кофту, блядь, идиотина. На красной. На он сиру, блядь. Сливайся со стены. О. Отвертки погнали в этот тогда. В начале города есть же СТОшки. И с СТОшек там по-любому мы отвертку найдем. Но если не найдем. Давай сейчас иди в сторону пожарки двинем. Тут метаболизм не подкрученный. Канистра с газолином. Еще тоже с газолином. Этот. Как она называется? Ремка есть. Но я брать не буду. Не могу куда. Не, ладно, возьму. Ремка это святое. Ой, не X5, это вообще рай. Я не мат, то что надо. Я где-то исчез. А. Сука. Сука. Иди сюда. А я помню, короче, первый раз, когда я начал играть, я думал, это реально админ, короче, с ним начал базарить. А он от меня улетел, я обиделся. Ты, блядь, детализация. Когда впритык смотришь. Действительно. Какой-то одноглавый орел держит в одной лапе стрелы, во второй какое-то растение. Че за ямакаси?
Это оружейка? Сука, 2 года играю и не знаю, что это оружейка есть. Да сейчас. Бля, не буду обоймы брать на 9. В смысле? Нахуй столько брать, блядь? Ну, штука 3-4 с собой должна быть. О, скоп! На Хантер, слушай. На. Ах. На. Чи на нём. Это ещё магаз, блин. Да ты что? Хочешь, ещё покажу магаз интересный. Строительный называется. А ну, давай, покажу. Ух ты, прям ключик какой-то. Ух ты, прикольно, слушай. Не, в этом я вроде был. Тут ремки должны, типа, направо и налево валяться. Вот ремка, полтинничек. У меня есть полтинничек, ремка. Авторемка. Вот авторемку вы... У меня 2 ремки. А найдешь этот? Кого? Сука. Урожай. Иголку скажешь. Обязательно не скажу. Да чтоб я зажимал типа SM9. Да? Позажим, понял. Ту-ту-ту-ту. Чё, перезарядка. Ту-ту-ту-ту. Замерзула. Ну, это тоже. Тысяч постоянно знал, где хавку взять. Hello, people. С вами DJ Розе. Давай, тут. Тут. Есть. Тут. 4 нет, заметь. X5 лут. Может он убрал? А можно убрать 4? По факту нет. А по не факту. По не факту. Пошел ты нахуй. Тут всегда патроны лежали. Пилка, блин. Сексуально, блин. Чей хочешь? Не, блин, цепь. У меня тут, сука, чоумейн, типа. Шоколадка Аленка. Ну да, куда там. И все. Ну чё в мейн чего стоит? Можно обожать. О, наконец-то я колбаски эти нашел. Африканские. Билтон. Там какие-то красные были колбаски. Какие-то, я не знаю. Ну так это ж они и есть. А то типа просто такие, как этот, как бекон типа. Можно кого-то кожаного завалить и сделать рюкзак. Ты Шимура смотришь? И он, короче, не мог понять, почему там что-то не ложится в ту или иную вещь. Где-то серии 3, пока ему кто-то не написал. Да, я после того его перестал смотреть просто. Ну с кем не бывает. Я думал, он понял, прикалывается, а на самом деле он так и есть. Типа роль играет, это мне понравилось, а потом труба металлическая. О, четко. Надо аккум разбить. Нахуй. Пластины будут. У тебя эти пластины, ты скажи мне. Закрыл протягу. Понятно. Давай. Но мне некуда ложить. Я видимо. Она тяжелая просто.
А лом, подожди, а лом. О, лом отремать можно. 50%. Сука. Что это? А, это кольт? Да. Коллиматор нашел, чи да. Этот голограф? Да, да, да. Ебай, прикольный, слушай. Так, каску проверяем, притык. Давай, кепку твою проверим, притык. Слышишь, кепка это она кевларовая, то, блядь, защитит. По-любому. А, погнали, я тебе дам лом, а сам открою три ящика. Та-ра-та-ра-та-ра-та. А чё это, Паша, её звезду? На пруду. А чает пашую звезду. Гвозди, ремки. Стой, не ту. Блять. Блять, уже поздно. Надо было последний слева открывать. Там, там обычно лучше. Опа. Ремка автомобиля. Стой, нет. Блять. Я тут в прошлый раз нашел М9. О! Слушай, а что это хуйня, блядь? Коллиматор? Ты просто чекни этот бред. Они юмпик забыли положить. Нет, а в другом каком-то дропе лежит чисто юмпик. А? Да. Это бред. Нет. Я патроны заберу и одну обойму. А, все влезли. О, водичка. Воздух ставил и такой мотыляет. Это работает. Это Саша на работе, типичный. Типа работа. Ладно, сделать умное лицо, да? Не, охуенный сервер, отвечаю. Где ты его нашел? Типа, реально, если зайдешь за эту зону, ты умрешь или что? Ну да. Или тебя админ найдет и оттрахает. Нет, нет, ну человек типа за буйкой выплыл. Так, вот, смотри, в D3 город, видишь, вот этот? D3 верхний город, там отверток просто миллионы. Где он, сука? Что ты убил с пистолета со мной? А, это же урон увеличил. Хантер. А, карбоновый. Да, смотри, батарея с 0,8. О, сейчас подошьюсь. Шальная императрица. Это... О, вышка. Слухай, и все, и мне тоже сделай, пожалуйста. Если один Виталька заебет всех, мать. А то 3000, сука. С тупыми шутками, и песнями, а? Прикинь, хор. Там тебе голубая луна. Всему виной. Что, уже утро или чё? Нихуя себе, нахуй я брал. У меня иней на губах. Ой, на глазах. Он иней. Пошёл хуй. Это такая правда очень холодно, да? То, что ты выдумаешь, что это постоянно хуй. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, блядь. Ты рюкзак нашел? Да. Круто. Вообще, вообще какой-то мега бомж. Такие бомжи, блядь. Какая твоя... Кожух от девяток защищает, а? Ты рот ставишь. Меньше урон прохода. А, все, уже меньше урон проходит, я понял. Как полицайки сразу. Не, без зомби вообще по-другому играется. Угу. Чисто настроен на PvP. Нет. А на что ты настроен? Корок. Бля, ты дурак, еб...
ты дал, блю. Фу, нахуй тебя, блядь. Тебе прислать мои трусы или че? Не такие реалистичные, блядь, взрывы, ебать. Кстати, да, похоже на хаешечный. Фу, сердце забилось на. Ха-ха-ха. И смешно. Слушай. О, тут же открыты ящики все. Мысли. Охуенно вообще. Оружие? Да. Серьезно? Да. Блять, а че мы в городе полицайку это не лутали? А, я забыл. Вот. Я сейчас начал лутать и вспомнил. Лапель. Ну тут зеленые патроны на утят. Ну по отверткам, конечно, я скажу, урезано пиздец. Или просто. А, во, есть одна. Эмика на серваке мы играли, то у меня. О, не, все, ладно. Еще одна наша. Ну штук 8 вот так красных, там 2-3. Ну это. Фу, бля. Эти млинцы свои будешь? Рядом упал, рядом, пошли. Троп рядом. Есть еще отверг? Нормально. Сейчас я в крайние гаражи побежу. Опять изо все. Ну уже шось. Коробка есть этих пинов? А? Да. Да, да. Хорошо. Уже тут что-то будет. Нет, тут точно не будет. Тут всегда патроны лежали, что за пациент? Мне скажи, ты чё там, мужика укусил настоящего? О, отвертка. Никого. Дрон полетел в сторону города. Угу. М9 заряженный. Хорош. Так, две обоймы беру. Гелик штаны, сука. Белые, бля. А. Хотя пофиг. Ну да, смотря куда будем идти. А, в смысле, пофиг. Не, белая в зеленке тоже работает. Ага. Я тебе серьезно, блин. Так их вид. О, мина. Пойдет. Заминировать схрон. Надо флаг поставить. О, клеймор. Ну, М9 и две мины, и гелик белый. Продать можно. Реально бражно. Но надо. Пал, ты уж пазу хотел строить в скале. Серьезно? Ты говорил зомбаков, нет, армейский зомбак. Отключение вообще-то. Вот это я нарыл. Кустах тут. Серьезно? Потом уже админ заспаунил. Че?
Вон он внутри. Ай, ты смотри на нее. Да, не коробка. В этой жопке будет патрон. 79-й нужен? Блять, схрончик скинем. Ба, хорошо. Разбить аку надо. Нет. Тоже так думаю. Хрена. Испугался? Нет. Обосрав. Я так и молчал, главное. Выжидал момента. Крыса. Мальчики, пальчик, канальчик. Понятно. Кому шо, знаешь? Угу, я знаю. Мне нравится, когда понял, тебе в дырочку пальчик засунут, и понял, поворушит. Получаешь эстетическое удовольствие просто. Дроп закрыт, вроде. На дропе можно на мотику погачать. Он одноместный. Ну, в одиночку. Шмек-шмек. Ага. Ага, отхватить, ну и вдвоем можно, но одному не весело, а вдвоем весело. Костюм Робин Гуда. Саша, давай, давай, Саша. Ой, иди, ой-ой-ой, так тут, блин, стрелы, ё-моё, слышишь? Граната, да ну, что, сейчас убийца или чё, это типа намёк? Тортик, Саш, тортик, с днем рождения тебя. Когда у тебя днюха? В декабре. Саш, бутылка кичмов вака. Просто с первой дырочки попал. И вода, охуенный дроп, блядь. Сука, нахуя. Кастрюлю взял. блядь, Сажа. Мы на PvP сервере с X5 лут. Ну так что, стрелы с металлическим наконечником и погнал. Ой. Кастрюля, шо, блин, бомба. Fuck it, die, fuck it, die. Ну вот, дивись, кастрюля, два металла, порох, пять проволок. Вообще бомба, вообще огонь. Ну. Вообще, сексуально. Вона валит, блядь, дай боже, блядь. Ага, хуй боже, блядь, валит она нихуя. Может, того, кто наступит, туда. Так, я около М9 положу обойму заряженную. Ой, че я в М9 засуну, и сразу. Поэтому я их убью. Ебать, иконка обреза какая сексуальная, слушай. Давно поменяли? Ну, маленького обреза иконка. Да ты ебачишь. В инвентаре. Дай мадам фактай, дай мадам фактай, макатай, фактай, фактай. Я то я понял. А, ну тут ход легкий, вообще легкий, изичный. Можно пройти, и тебя роботы с той стороны видеть не будет. Короче, я хантеры выкидаю. Да нахуй надо, без ремки. Сейчас. На ремку была с собой. Сейчас брать. Хуяк ремку нахуй. Кстати, да, замки покрафтили б. Ага. Надеюсь, этот куст не просматривает, блядь. Всегда хорошо мысля. Приходи, а после. Слушай, тут один робот? Нет. Но второй робот не видит.
Так, наш АП этот мне не видел. Ты покемон. Кого он видел? Тебя увидел? Да. Красава, он меня сейчас убьет, блядь. Забегай. Я в туалете. Сразу на очко. Он застрял, он забагался. Так он меня попал из-за тебя. О, противогаз. Розовый, как ты любишь. Ага. С анальным колечком? Ага. Так, он меня ж не увидит. Персональным. Не. Я сюда сразу. А! Да ты, бля! Трогаешь, бля? Понял, твой ник вижу. Я думал, ты за стеной там где-то убежал. А ты пучугенца на пучегенцел, понял? Мы тупо по стелсу проходим вообще. Слушай, пока ты их отвлекаешь, я мог бы внутрь сидеть. Да, так что ты... О-о! Я пошел. Я внутри. Хорошо. Я закрыл дверь. Ну, красиво ты отвлекаешь вообще. Работаем командно. Чисто по стелсу почти. В смысле, чем мне тебе помочь? Так, иди до... Я по нику подивлюсь, дай вход, блядь. Вот. Бля, че взял, закрыл. Ебать, ты хорош. Опа, о, брони, колчаны, водичка топовая. Белые штанцы. Вот такие пойдут. Да, открытые шкафы, открыты. Епа. Вот это, кажется, в шкафах стрелы. По коридору сиди, там такие ящики, понял? Стоящие в коридоре. Охренеть. Это не арбалетница. Хантер 85-й нашел. Магазин? Да, на 85-й Хантер. Так, еще одна оружейка. Ебать! Ебать! ВП МК-18! А у нас там ремки есть. Да, ВП МК-18. Не, нормально. Пойдет. Карта ключ, да? Выйти на улицу. Опа, АВП магазин. Иди сюда, ням. Опа, 12 ган, глушитель говно. АК-47. Короче, говна, да. 308, подожди, а 300... Не. А какие ОВП тогда? Ага, 308. Огонь. А Саша перья собирает. Ай, не могу. Это понял, это стаж показывает твой на ПВЕ сервер. Типа, такой злой, слышишь? Ебал, блядь. Хорошо, я не буду больше. Пиздышь и пиздышь, блядь. А что мне делать, молчать, что ли? Поиграем в гробовую ладу, блядь, блин, что ли? Не, блядь, нормально, шось пиздить, сука, блядь, нормально пиздить, ебать. Хорошо, блядь. Да, чтоб тебе петуху, блядь, вставай. Ну вот смотри, как ты разговариваешь со старшим вот это. Ой, блядь. Старший, сука. А ума, блядь. Ебать! Что?
Что? АВП 79%. О, давай я поменяю. А ремки нет, а нету ремки. А где? Тут что, лут спавнится без конца, что ли? Нет, тут просто не лут, а не ящики были, блядь. Я не знаю, как ты лутаешь. А, я не лутал их просто. Лежит на полу, Алёша, всё, блядь. Да я вижу, я проверю. Вот акцесс на эти, ебать, красиво, блин. А это чёрно. В ночи будешь трахать их. Так, давай проверим, что сквозь дверь простреливает. Голову себе, блядь, проверь. Арликина, Арликина. Что, блядь? Мы себе тебе ни слова не сказал, блядь, ты заебал, блядь. По-моему, сейчас что-то спиздишь, блядь, свяжешь, нах. В смысле? А что можно с Арлекиной связать? Да хер ты, мы знаем. Там, типа... рифмы нет, понимаешь? Сука, свяжешь. Внучка у бабушки, ну это что, не то. Блядь, внучка у бабушки. А чё не внучок? Не рифмуется. Вот внучка у бабушки. Что-то я понял. Есть. Хуяся. А внучок у бабушки хуйня. Сука. Что за дискриминация? Потому что педрила ты. Ты заебал, блять, обзываться, сука. Сам обзывается и хочет к себе противоположного отношения, блять. Шо интересный думал, парень. Все, тебе, сука, не могу бордить. Мы сразу в бок просто сейчас дрыснем. Право чем влево? Да. Давай вправо. Вправо, вправо. Стой. Сейчас он в ту сторону пойдет. Ай-яй-яй, он сюда идет. Подожди, он какой-то понял, каким-то ходит, типа. Не бежи, не бежи. Просто. Я знаю, как идти. А сейчас, блядь. Я у Тисыча на бункере жил. Опа, опа, так. А ну вышка. Дай мне что-то, какой-то огнестрел с одним патроном, блядь, чтоб я застрелился. Я прямо к лайра пробегаю. Так. Охуенно. 308, братан. Вообще. Офигня. Айс, Алёшка, у тебя. Ой, блядь, такую не ставлю. Вот именно. Это мой контент вообще-то. Ну да, контент сплошная хуйня. Только. Слышь, не называй мой контент хуйня. Он сказал. Он нравится только одному человеку, и мне. Это мне. Не, ну там чувак какой-то сотрел, даже говорил, что ты вот там умер. Говорит, хочу от тебя волча, там вся фигня. Я задолбался. Удаляйте. Комментарии. Ой, сука. Хорош хрюкать микрофон, вам на курица постоянно грибы веки, если наесться там, ага. Блядь. Потом в клубе были танцы. Подожди, я тут этот делаю схрон хотя бы. А, Алёшки, ты скучаешь зря. А, Алёшка, все твои мечты. Этот медляк был на всех дискарях. Негативных комментариев послушал этого. Макфлай или кого там.
Но я понял, много людей обиделось чисто из-за вайпа. Так, обнова-то нехилая. Угу. Достаточно. Сексуальная. И шо? Эрекция пробуждающая, прям. Ну, там многие, типа, бомбили из-за того, что... Типа... Ну, типа, в городе... Ну... Сделали статичными здания. Типа, и когда они начнут делать это все, непонятно. Не, ну и правильно, это самое лаговое. А чувак еще рассказывает, типа... Они там с друзьями в том городе в высотках застраивались. Ну, нормальная практика. Да, чтоб кто-то взламывать пришел и не взломал никогда в жизни, да? В смысле чего? Мы если там FPS 2 будет. Взламывало на изи вообще. Угу, да-да, с 3 FPS в городе. Ну нет того, что надо, одни обоймы. Мы наоборот. Тво, уже 3/9. У меня наоборот, обоим немає. У тебя 9 есть? Да, пару штук. РПК, обоймы. Да, 19/11, уже 2 обоймы. 3 обоймы на 9. Это просто... Не, ну сейчас найду по-любому. А, Аляшка... Я твои мечты... По кому? По мне. Бать, вообще... Ты специально? Нет, самолет заправил. Заправил? Почти. Вот зачем сейчас кто-то придет? Тут шлем. Шлем есть. Я чё, не разбив самолет. Что? Не разбив самолет. Разбил? Да. Ну естественно, я другого не ожидал. Ай. Я по. А я сяду. Я бачу його. Тихо. Він отстрілює мети. Заправить. Він може побачити. Жди. Заправляєш? Так. Слушай, він так довго заправляє? Что, летим? Да. Блять, нахуй подождали бы, блять. Ну. Что, разорвало? Ну, заводи. Давай, давай. Ты шо, ебать? Ты долго еще будешь с роботом играть в половые игры? Типа в эти ролевые, то есть половые, блядь. Сука, патронов тут. О, вал. Пойдет. Саша. Тебе дымовушку кинуть? Ты откис, я понял. Нет. Ой, он мне проголодался, я всю еду выложил. Куда? Бля, повязка на глаз, сука. Милитарик. Клоунская часть какая-то. Где твои мечты?
У Алёшки, знаешь ты. Парашют, парашют. Самолет разбитый. Знаешь, что я хотел сделать на днях, но у меня не получилось. На мотоцикле с дамбы прыгнуть, открыть парашют. Но он не слазит-то с этого. Ух ты, Суцептор. Ну, он пока не упадет вниз, он не слазит с этого. Ну, с мотоцикла там же скорости. Патронов, ну дайте мне 9. О, у меня гриб есть, я могу гриб сожрать. Он же водичку даст как раз. Так, X5 это, конечно, это... Блять. Я не знал, что тут эти роботы ходят. Ты чё, блядь? Ну ты всегда было, блин. Ну я всегда, я играл на сервере, а. На котором не было роботов. Ну понятно. И свети на него. Педр. Ой, тут лута должно быть. Не отвлекается, прикинь, блин. О, еб... Пушек, ё... В смысле? Миллион. Дробовик, десерт, короче. О, коллиматор красивый. Пойдет. Вот это ВХС-2 можно разобрать. Угу, а ремка-то нема. Но я не буду брать, это говно, я не хочу. О, обойму на АВМ возьму. Все. Оп. И исчезает. Ник. Мужчины. Рассвети сил. Бля, ебана C4, сука. Есть чем мотаться? Сейчас еще какие штаны рабочие нашел. Рабочие штаны. Пизда, бля. Опа, супрессор на СВД. Да тут лута я ебал. В каждом ящике патроны. Так, он тут один, да? Нет. Ах ты, сука! Так, давай в дырку, в дырку! В дырку, в дырку, в дырку, в дырку. Тихо. Не видишь? Пошел. Рюкзак мне покоцал, пидорас. Пидор. Ну, тут светло утром, нормально. Сука, на робота внутрь вставать. Суки. Чтоб было, блядь. Я вообще ненавижу этих роботов. Это самое, я не знаю, поебить, чтоб скам мог придумать. Ах ты, сука, зрячая. О. Надо туда зайти, вот дальше там. Вот где вот то вниз там мы спускались. Это. Там вообще, наверное, лутецкого. Да, блядь, ну нахуй. Не, я ебал, слышишь, блядь. Да нахуй ты выходишь, когда он приходит. Да, блядь, у него, блядь, что-то вообще так, так короткий этот, блядь. Маршрут, блядь. Я из-за тебя не могу теперь дальше пойти. То что ты напрягаешь железу роботовую, понял? У него тут вообще какой-то маршрут конченый.
Ой, назад уже идет. А, он тут по кругу типа ходит. Ты ж меня не увидишь, твари? Я типа могу за роботом ходить, да? Ну типа довго, пока він не повернеться, ібо. Ні, тут нормально. Давай быстрее, сука! Ты заеб... Всё, пит... Да? Не-не-не, нормально. Пока. Нога, нога. Без ноги. Он меня сейчас убьет. Нормально, живой. Живой, за самолетом спрятался. Вот так. О. У меня тоже C4. 24. Откисаем, ебать. Давай хоть там где-то откисну. Вот так, во. Давай. Давай, открывайся, открывайся, сука. Уворачивайся, уворачивайся. О, все, гуд. Гуд, откисну близко где-то. Я ебал, нахуй, бля. На, этот бункер. Я ты казал, блядь. Ну, сука, их поправили, походу. Ой, я умер. Как так? Боже, блядь. Первый класс, он перец класс, он трахнет твое сердце. Сейчас он круто встал, он хуй достал, он трахнул твою стерву в таз. Он красивый парень, умный, у него толстый длинный член. Этим членом он хуярит, перебошу, ты плембэм. Я зачитал, а ты упал и больше не встал. Я не пойму, понять, или ты панк, или цыган. Я возьму кувалду в руки, попрошу всех сольно встать и выбью твои тёлки зубы, чтобы лучше... Классная песня раньше слушал. Это что за хуйня, ебать? Ты да. Я на самолет сейчас смотрю. Он что, сюда аж придет? Шо? Чел, тут чел. Мне чел. Я не пойму, где. Я на самолете. На скалу бежит, да? Я сейчас обойду вообще со стороны стены. Открывает, открывает дверь. Да? О. Да. Сука, я зарашу, пока он открывает. Кстати, можешь. Тебе что на зажим? Давай. Я сейчас робот. Давай, давай. Все, я молчу. Меня, Ксюха. Я не слышу. Слышу, ходит. Спокойно выходим, я его хлоп. Я сам себя ослепил. Я не вижу. Я крию, если что. Ух, аж сюда. Он меня убил. А чё он не ослеп, я не пойму. Он с калашом. Он там за этим сидит, ибо. Сразу, да? Да. Сука. Ну, в смысле? Я его с этой стороны приму. А, ты уже не контришь там нихуя? Да. Пошел. Ой. Да, блядь, ты крысятина за силу, блядь.
Что, не хочешь его зарашить? Или очко жим-жим? Нихуя себе ты, блядь! Ах ты ж крыса! Я понял. Джимми, Джимми! Ача, ача! Да-да-да. Слушай, все, я прям около него. Да, нашел время проверять. Что? Там не, блять, я челика этого. Он мне сейчас через флешку ебать, не кажется. Вообще была флешка. Ну что, ты не хочешь мне помочь? Не знаю. Да ты спал, тиммейт. Что такое? Да, его нема. Александр крыса. Александр мыша. Я пойду пасу нахуй. Похуй. Убьет так убьет. Но я буду знать, что Александр мыша.